В выпусках новостей телеканала «Регион-12» мы не раз возвращались к истории вокруг Тархановского парка. Напомню, что в прошлом году парку дали вторую жизнь, обустроив детскую площадку и футбольное поле. Что изменилось за эти полгода? Эти кадры мы снимали полгода назад, в августе 2012-го. Это Ешкаролинский микрорайон Тарханова. Реконструированная спортивная площадка в местном, некогда запущенном парке. Напомню, что вокруг этого, с коммерческой точки зрения, лакомого кусочка места, кипели нешуточные страсти. Но жители микрорайона смогли отстоять парк. И только спортивной площадкой реконструкция не ограничится. С того момента, как вот в августе поле мы это официально открыли, мы уже проводили, к нам приезжали команды по регби, неоднократно турниры проводили. По дворовому футболу, вот это уже здесь второй турнир идет. Здесь занимаются уже несколько команд, которые играют на первенстве республики. Это как бы они, ну, тренировочное их поле. Вот. Ну и команда Тарханова по футболу по большому сейчас идет на первой лиге. В чемпионате республики на 4-м месте. А это уже февраль 2013-го. Та же спортивная площадка. Как видим, тут и зимой не пустынно. Прогуливающиеся родители с детьми, пробегающие мимо лыжники. На поле регбисты и футболисты проводят по очереди разного рода турниры, начиная с любительских и заканчивая официальными межрегиональными соревнованиями. Что, впрочем, не случайно. Ведь если летом полей в Ешкар-Оле достаточно, то зимой явный дефицит. Таких полей, вот как сейчас здесь Тарханово, буквально в городе 2-3 поля, то есть которые зимой очищены, на которых можно играть, где есть сетка, ворота хорошие, условия, трибуны, раздевалка есть. То есть таких полян в городе Ешкар-Ола, ну, буквально стадионы и вот Тархановское поле теперь есть. Так, если брать отдельно взятый вид спорта, футбол, а в игру номер один в Мариэл играют круглогодично, то до недавнего времени в зимний период мяч гоняли на стадионе «Строители». В этом году центр зимнего футбола переместился на поле Дворца молодежи, где проходит чемпионат республики. Второй центр притяжения – футбольная площадка в Тархановском парке. И что важно, центр зимнего детско-юношеского футбола. Радует, что сейчас власти города Ешкар-Олы, власти республики Ешкар-Олы, Мариэл, обратили внимание на такие небольшие клубы и стали уделять этому внимание. Вот. И радует, что стали понимать, что от таких маленьких клубов, из таких маленьких клубов в перспективе вырастают спортсмены, которые уже представляют, слава богу, и Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Но все начинается вот с таких маленьких клубов. В общем, история Тархановского парка в целом, и этой спортивной площадки в частности, яркий тому пример, что активность и твердая позиция жителей этой части города помогает в достижении поставленной цели. Парк, как говорится, целым миром удалось отстоять, и реконструкция в нем будет продолжена. А значит, кроме спортивной составляющей, в перспективе он будет иметь и большое социальное значение.